Кукольный театр создали при библиотеке на улице Черемшанская. Таким ненавязчивым игровым образом в рамках программы развития библиотек взрослые стараются привлечь детей к чтению книг. Мне бы сыра. Я летимышка, злодейка, Создали театр-библиотекарь вместе со школьниками. И теперь здесь не только читают, но и ставят, и смотрят спектакли. Я впервые в жизни попробовала играть сказку по-настоящему. Хочу пожелать всем остальным ребятам, чтобы они могли тоже артистизм свой показать. Сказка малышам очень понравилась. Молодцы, молодцы, молодцы. Очень. Так красиво было. Спектакль «Курочка ряба на новый лад» оценили взрослые. В благодарность маленьким артистам преподнесли торт. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.